отрывной календарь. 1987 год. Значительным событием в жизни карагандинского комсомола стало открытие поста номер один у Вечного огня. Почетное право первым заступить на него предоставлено учебным заведением Советского района. Откроет пост лучшая школа района по военно-патриотическому воспитанию, школа номер 27. Отныне ежегодно и зимой и летом будут чеканить шаг часовые у Вечного огня.